Блин, Сифон Фильтр. Balls of Steel, пацаны. Вот это вот игра. Ну давай, Сифон Фильтр. Кто-нибудь помнит Balls of Steel? Чё-то знакомое. От Атласа про яйца на фабрике. Exo Steel она называлась, вот. Атлас издавал. Malcolm the Jester is broken free. He now controls the Kyrogen. Этот как его? Это Medieval, например. Medieval кто-то хотел уже. А, ну я не буду занимать, я просто уже ударился в ностальгию. Я вспоминаю, какие игры были. Давай вон Сифон Фильтра. Не, Сифон Фильтра. Сифон Фильтра. И Монис имел. Охуенно, Кира этот, смайлик. Пира, ты скинешь список смайликов-то? Не пали, не пали. Не буду палить, знаешь, как на Твиче. Ну, это низко. You dare так делать. Trick me? But no, something special for you, a humorous hex. But I shall give fair warning. Don't jump on that tree. Ooh! It's funny that way, is it not? Шут не достал, короче говоря, дикой бога артефакт и начал обладать магией. Это, пацаны, я чё ещё вспомнил-то? И кстати, на этом, на PS1 Mission Impossible. Ну он так всё. Там, я помню, там, когда был момент, когда надо было ехать на каком-то грузовике на крыше, уклоняться от этих... Вот фонарей. Сыните графон дитка, который рисует. А там Русик, озвучка в смысле? Воооо. Обожаю графин. Круто сделано. Слышишь, Пир, там озвучка русская тоже? Нет, к сожалению. Помните там, как эту игру-то старую, там в джунглях, короче, мужик бегает, у него спецкостюм, там можно ломать этих, всякие там домики. Разные режимы костюма ставить. Офигенная игра, я помню. Как называлась? На что? Что? Nightmare Creature. Блин, я еще помню, была какая-то офигительная игра, то ли на PS1, то ли на более древней консоли, я уже не помню. Но суть была в том, что там были эпизоды, где тебе можно было кататься на этой, на вагонетке. Бегать какие-то, не Хьюга, она была довольно наркоманская, там что-то было про Пандемониум. Хрен знает. Посмотри Пандемониум, похоже тоже. Я еще про Круиз говорил. Сейчас, не, значит не на PS1 она была, сейчас она говорю, была раньше. Я говорю, там... я про Крайзис говорил, странно, что не помню. Это что ты говорил? Тайм Крайзис. Крайзис. Это, я что-то... А, вот, она, значит, она не PS1, не на PS1 была. Я просто точно не помню, какую консоль. Суть была в том, что там два вида было. Изометрия. И этот... И это сбоку просто. Были эпизоды с вагонетками. Да Пандемониум, блядь. Где надо перепрыгивать это. Она была Она не трёхмерная была. А двумерная? А на самом деле, да. И она, видимо, не... Вот, кстати, я нашел игру, которую хочу стримить. А что не справили так, мой ниндзя? Вот это вот. Рен, come quick. Да-да-да, Ковер Топс. Anything in here? Дешан. Чувак. Неправильно, мой ник написал, до сих пор не справил. Да это не я исправляю, это Пир исправляет. Я же сайт делал. Вот это вот, я помню, она офигенная. Да это я сайт делал. Ну, честно, ты. Пир, поменяешь? Что поменяю? Ну, опечатка моя в нике. What? Это пасхальное яичко. Я ему яичко за это забил. Слышь? Слышь, ты, да? Ты кто такой вообще? На выхину, через 10 минут. Все, хожу. Давай, жду. Я пришел, короче, сейчас с работы, мне брат опять с друзьями все сидят, они успели у меня на пороге, короче, брат мне загадывал всякие эти мелодии сиди, сибирских игр и PS1 игр. Я почти все угадал, короче, я там Узи угадал, этих покеманов, ну я очевидно хочу это. Вообще круто было. Прикольно.
Можно сделать подхёрт и... Мы никак не могли саундтрек достануть. Яблоко. Потом нашли, я сейчас не одной игры. Не, просто помню, что без меня очень нравилось. А я сжирал, я оба яблоко. Даже можно было всякие эффекты, ну, фигачить прям в самой игре на музыку. А, ну, по факту, на самом деле, там так себе саундтрек. О, Геранди. Ты только заметил. Вид, а, ох, вау, так мы же только недавно проходили это с моим другом у него на квартире. Он все говорил, смотри, какую офигенную адвенчуру я нашел. Грандио? Геранди. Там еще надо этот долбанутый камень собирать, тебе кусочки камня будут давать. Они будут в углу отображаться, в этом, в правом, правильно? Это магия, которую он обладает. Ну да, пипец. Там еще вторая часть будет за ведьму какую-то шлюху, и у нее типа можно будет зелье варить, правильно? Да, и ведьма. Ну да, ведьма. Ладно, мы получили свой квест, мы так что помчимся спасать нашу Геранди. Так, моя планета ждет меня. А, по-моему, так, мне сначала... Не, слева находится храм, но нам пока туда не надо. Точнее, надо, обязательно, но для начала поймаем капель. I bet I can catch a teardrop. Повесь. Давай. Оп. Got one. Окей. Все, побежали. Побежали обратно, так. Графин, конечно же, дикий в Геранди. Почему я ей выбрал, то надо смотреть. Графин крутой, кстати. Обожаю. Графин очень классный. Какие тут касценки, господи. What happened? This willow looks half dead. Графин мне нравится. Вот когда Брэд говорит what happened, я сразу вспоминаю это. Someone set us the bomb. Слеза в кармане. С пивой. It's a bomb. Ваша база наша нажат. A bomb. Oh my god, JC, a bomb. Grandfather is hurt. What happened, Brandon? A bomb. He's been turned to stone. I found a note on his bench. It's marked with your name, but the rest is blank. May I see it? Смотри, блин. This is an enchanted message. I will remove the spell. Снимай. Снимай. Брандон, you should read this. Помню, эту игру много раз начинал. Заново специально, чтобы посмотреть начальные сцены. He will come for me. Please help Brandon. Direct him toward the amulet. Use the lavender rose to key the spells. Dime, should be able to help. Be careful. He'll try to get out. Не знал, что можно сохраняться. Я еще в этом, в Unreal первым сохраняться. Amulet? Не знал, что можно экономить игру. What does this mean? Malcolm has been using this spell for years. Четыре года было, больше я уже в этот фанриал резался. What about grandfather? То есть ты родился в 15 лет? Only be saved by defeating. Мне 4. What can we do? Я не помню, когда первый пик купили, но это было до первого класса. Я в пятом классе. And I shall create an enchantment to help you. What about? Hurry, Brandon. У меня тоже фалач был. Ты понимаешь, мне когда перевезли пика, единственная игра, которая там стояла, уже предустановлена, видимо, там батин друг или что-нибудь такое. То вот это был Unreal 1. Ну, вообще, она сложно было достать. То есть я бы читал в журналах Unreal. Во-первых, он ни у кого не шел еще тогда. Но во-вторых, никого не было. Хрен знает, у меня был PK, и на нем был Unreal, в который я играл. Не, у меня был сначала только спектр, кассета. Потом уже Sega. Прям мне пикат в пятом классе появился. У меня, наверное, только в конце школы. Вау. Где в 11 классе идет это. Вообще офигел. Тебе сколько сейчас? 27. Охренеть. Я боюсь с тобой теперь общаться. Взрослый дядя. Ну да. Чисто буду разговаривать. Я твой тянул за это самое. Фантазия хуйбу 20 раз. Фантазия. Ключевое слово фантазия. А ему больше и не надо? Проблема, а вообще больше и не надо. Ты в фантазии, Эрле. Видишь, какая проблема? Никакой проблем нет. Да я знаю, Мейп.
проблема только у тебя, что она... Рыжая проблема. Понимаешь, Борис, у тебя рыжая проблема. Following pretty close for someone who's not chasing me. У меня просто рыжая привилегия. Проблемы рыжего мира. Борис, ты рыжий разве? Да, еще какой. Его Раиса называет рыжим постоянно. Как твой ком проживает, Борис? Нормально, Борис. Говоришь, что не гоняешься за мной, а сам прям по пятам идешь. Пипец. Пир, прекрати быть сталкером. Хватит за маленькими девочками ходить. Это мальчик. Это мальчик. Ты девочка. Пир ходит за мальчиком. Это маленькая... Это маленький девочек. О, кто-то Нэм будет стримить. Я в Нэм. Ты чё, Мисак играл в Нэм? Ну, был дело. Серьёзно? Да. Круто. Ты третий человек, который я знаю, кто играл в эту игру в детстве. Ставим, значит, себя в алтарь. Хотя я могу быть не уверен, что я в нее играл. Я могу... Щаю. Ну там графон очень крутой и ваншотит. Я помню... В 98-м году графон... Нет, даже в 90-м графон был. Я посмотрю, как она выглядит, лежала в нее или нет. А в 98-м уже был Quake 2, так что... Ну, игра немножко, это самое, опоздала. Логика на 2-3. На самом деле. А, да, я в нее играл, я в нее играл. Это именно она была. Да, Аня, вам говно. Короче, пацаны, расклад такой. Кто-нибудь хочет увидеть эксклюзивных игр с Xbox? Да. Донатьте деньги. No donations accepted, I guess. Ты решил воспользоваться... Это была моя, смотри, идея как бы. Я тебе предложил, поэтому мне процент нет, вообще... Нет, проблема в том, что я же не хочу совсем же дети, как бы я сам играл на Xbox, не ходил. Но просто, например, люди говорят, что хотят увидеть Рюзи, а я считаю, что Рюзи говно. Но если... Да, если задонатят, я куплю, а так сам покупать его не буду. Да, да, мне Рики то, что задонатят, я тебе задонатчу рублей 200. Вот хорошо. Ты просто я посмотрел геймплейный трейлер Рюзи, и ты такой говоришь вперед. И там игра, короче, продвигается как кино. Там нажимаешь X и там делаешь фаталити сразу трем вокруг стоящим. Так что. Рюзи, а теперь Рюзи. Возвращаемся к алтарю. Блять. Амилет. What Amulet? Че еще? А, Crimson Dragon. Брэнд, я еще хотел купить сам. Пока. Че еще? Баканеро. Из того, что я хочу, это DR, Crimson Dragon, Titanfall, Project Spark и... Дальше. Блядь. Что? Я не понял. Он просто кидает. Ты что там? Он на N4 электронной мышке. Всё. Лямовский. Электронные пучки, электронные пучки. Crimson Dragon это как Panzer Dragon, да? Да. Ну, от создателя. Да. Охуенно. Ее будешь сам покупать? Crimson Dragon, да. Но она стоит говно, там 20 долларов. Killer Instinct еще покажи. Ну, Killer Instinct бесплатный, но там надо персонажей покупать. Да-да, не надо там персонажей, там платишь 20 долларов, все, у тебя все есть. Ну, все, а зачем? Все персонажи, вся игра полная. Я, пожалуй, куплю себе... В смысле, зачем? Смотри суть этой системы. Нет. Тебе дают демку, да, и ты так, за 20 баксов полную игру покупаешь. Нет. Проблема? Проблема в том, что я срать хотел, в принципе. Я куплю себе Glacier, поиграю за него и брошу игру, потому что она мне нахуй не нужна. Aren't you going to fix it? Sure, я чисто покажу, как оно выглядит, и все. Ну да. Ну а чё мне 20 долларов тратить там на это, на... You know time, чтобы получить игру, в которую не буду играть? Когда я могу показать. Чисто для стрима показать за это?
за моего любимого Чарльза с второго Killer Instinct, и всё. Или с первого, не помню, какой из них на Game Boy был. Sure. I'll get to work on cutting. У меня был Game Boy, там был Кай. Я играл только за Глэсси. Почти за кого не играл. Самый читерный. За него был удар какой-то один, который просто спамил. Да, ну там так он, наверное, превращается в хуйню такую летающую. Не, там Глэссер это ледяной, там я нажимал на кнопку, он короче, просто руку как луч вперед выкидывает. И я вот так вот бил. У него самые простые ультра на SNES-овском Killer Instinct. Самый читерный персонаж на всех чемпионатах, он забанен, как бы, нельзя пользоваться. Какой молодец. А Crimson Dragon это рельсовый шутан. Hey, ну да, как Panzer Dragon. Bridge, Herman. Panzer Dragon охуенные были вообще. Yeah. It looks definitely rebuilt. Thanks, Brandon. So where's my saw? Panzer Dragon. Well, oh shit, sorry. I didn't know you'd want it back. But I'll go find it right away. I think he spends too much time in this cave. Нормально. Ну вот, Crimson Dragon я клюю, и все. I'd like to find this Malcolm. How tough could he be? Это еще и Arcade Kinect, она на Kinect. Так что там весело будет. Нам надо сначала в... Я надеюсь, когда мы... Главное, чтобы там экстрас было. Экстрас был. Там экстрас с кошкой можно делать. Баб. Когда у тебя кошка в кадре появляется, то Кинек говорит вам, у вас гости? Вы хотите подключить? Зон, господи. Охрененно, когда, как его, то, что Кинек может видеть в темноте, но при низком освещении. Ты как бы один дома, кошка заходит, и Кинек спрашивает, у вас гости? Ну, лучше в PSI. И ты начинаешь задумываться. Смотри, там ПСА, и он Библию находит ко второй, и прям... Да не, кстати, я не об этом, я о том, что ты сидишь один дома в темноте, играешь, заходит кошка, и Кинек тебе говорит, что у тебя дома гость. Особенно если какой-нибудь крипач, понимаешь, вообще на месте. У вас кто-нибудь в гостях? Ну, блин, все равно я считаю, что Библия как более прикольная. Ладно. Мне так нравится эта сцена, как раз дальше будет с волшебным драконом. А дракон что это? Его собачка, что ли? Охренеть, ты уже все камни достал? Не, я про это, про магию. Нет, должны быть. Серый. А что это он темный? Он должен быть. Типа намекаешь, что надо это... Понял. Окей, это ручной дракон, что ли? Ну, sort of. Пет. Well, Benton, you still have not given me the quill I need. Ладно, пойду-ка. Ну, этот, вообще-то этот сынку с... Хреном можно пропустить. Юрап, Юрап. It's beautiful. Так, теперь мне вспомнить вообще куда идти. Don't these usually fall off when they're right? В Дрейзинге третьем можно надевать этот спида костюм. Можно надевать некий нормальный костюм, да, и все вообще. Костюм Мегамен. В первой части можно было, во второй точно можно было, да, в первую не видел. Я не знаю, как они с фриромом сделали, они прикрутили машины вроде как, но можно ли на них свободно кататься по городу? Там вообще город маленький, как я на карту посмотрел. Не то, что я ожидал. Так, собираем сейчас все плоды, они нам понадобятся тоже, и по пути, если будут... Блин, мне это Киранди Лун напоминает чем-то. Ну, анимация очень похожа и цветами. Блин, Лум это, кстати, просто волшебная. Да, Лум охуен. Лум я проходил тогда. Лум это первая моя игра, которую нам... Кристалл, они... Кристалл, это не первая. Первая. Сосновая шишка в кармане. Where is everybody? Нет, Лум первая. Я первой игрой проходил Рокет, даже смотрел, Рокет одобрял.
Потом я проходил в эту зону 51, которая от Мидвея, которая первая, не Black Site, а нормальная. Недооцененная игра, на самом деле. Вау, did I do that? Аметист в руках, аметист. Куда все подевались? Надо замочить семена и в почве. Here goes. Замочить, замочить. I wonder what sort of fertilizer would be best. Мертвая лесная поляна. Hey, something's happening. Wow. Надеюсь, что это правильно. Did I do this? Oh, good morning. Oh. Hello. Are you a nut tree or what? If you must know, I am a species of Eudora. You don't know any more fish. I'm ravenous. Интересно, какое удобрение подошло бы лучше всего. That's okay. I'll get my roots going. Hey, roots, wake up. Time to go to work. Блин, I'm starving up here. Aren't you going to give me something? According to the pseudo-Lysian manual, I'm instructed to... Thank you for restoring life to the dead blade and to express our appreciation and so forth and so on, and in token of which, I dust you now. You got it in my nose. Корни, просыпайтесь, пришло время поработать. I feel different. Am I stronger now or what? I suppose that's up to you. I've done my part, so if you don't mind, I'll get back to my own problems. Come on, Roots, let's get going. Это... Должен выразить благодарность своими корнями. Нагинайся. Короче, мы заметим, что... Definitely hurt. How can his wing bend like that? Ты попомни. If I heal his wing, he'll have to give me a feather, won't he? Ну это у нас... Я свое дело сделал, ты попал мне в нос. Пир, а кто там должен был DOS Мегамена стримить? Скипер. А, не, сейчас какой-то Methodical и Battle Network стримят. Ну да. Они, короче, решили, если Battle Network такой длинный, то давайте его пораньше запустим, чтобы под конец марафона там... Кто-то еще DOS Марафон делает? Не, Мегамен Марафон. Йо Грин стримит Мэтт ТВ. Вау. Hope this qualifies as a quill. You'd think there'd be some birds on this. The Island of Dr. Brain. Full Throttle. Doom 2D. Dangerous Dave and the Other. Wow. Such a big quill. At Gerber 5. Игра от Gerber. You are the master of scrolls. Write him one to aid his quest. Of course. Wow. Да давай, что дракон в этой игре знает больше, чем... Вообще, больше всех знает. Да, вот если бы я не хотел завтра никуда идти, я бы, наверное, занял бы с 8 утра до 12 Desert Pass. 4-часовой стрим. Как будто кто-то будет смотреть. Какая разница? Desert Pass. So take the scroll and use it later. Какая-то то омский полет в Омск. You have the scroll. Next you'll seek another tool. Another tool? He must find this. Я знаю, за кого Пир гоняет. Mirth code. You mean gems. Place each in order on a plate. Or something like that. What are my birthstones? And what plate? Summer is the first. I think I hid that one somewhere near. That is all I can recall. И тут начинается следующий квест найти Сидмонт. Я такой, значит, сделаю fuck you. А как там искать 12 камней? А они рандомно спавнятся по всему лесу. Алло. А я их действительно, я собираю, я не знаю, сколько я времени потратил, но их очень долго собирал. Все 12, а у меня в инвентаре максимум 10, поэтому я скидывал камни. Wonderful.
It's beautiful. А один из камней находится в ручейке, его надо пиксель-хантить. Я собрал все ручейки. Это же собрал сейф. Свиток на земле. Бля, 6 часов уже, кстати. Ну ща я тогда дойду до этого алтаря. Может это пещера. Тут быстро начнем. Кто следующий стримит? Владик? Владик. Владик стримит этот нем. А, забыл, да, кстати. Опасно. Когда следующее омское видение, кстати? Летом следующем. Ой, вот это уже 6. Омское видение? Да. Ну как там, когда оно было? В июне же вроде. В июле? Даже в июле. Я буду петь свой новый хит. Рюмка водки на столе. Ты же в прошлом году пел. Я пел это, я тебя не люблю. Лучше Глинка никто не споет. Рюмку водки? Не, Глинка пел же, этот опенинг. Опенинг Тейлз. The Tales of Grace, он, по-моему, пел, а не Ксим. Да, да, да. Бля, я просто пропустил русское видение, не помню. Помнишь? Ты охуел, Фрост. А вы что, мы что, все песни готовили? Вот, класс, я никто не готовил ничего. Глинка там учил 3 дня. А, да, только Глинка. Глинка там вообще волновался, ему вырезали эту акапеллу и сказали, все на неотарансе, всякой такой хуйни. Класс терпел. А голосование будет потом? Не, там выигрывают все, типа. А потом, короче, начинается... Выигрывают аутисты. Да нет. Выигрывает один, а потом... Там 100% выигрывает. Не, там, короче, это... Глинка выиграл. А потом, короче, кто выигрывает, у него дома проводит следующее вскрытие. Не, надо просто судей в этом году назначить. Не, ну если это... Я мог не себя принять. Зачем судьи? Ведь платное самоголосование. Вообще как можно там. Платное жид голосование. Where is everybody? Вот я сейчас загрузил сейф, где у меня 12 сей и камни кристаллы. Вот. Сейчас будем перебираться. There we go. What's so hard about that? Так нечестно. Просто мне как-то не нравится перебирать 12 камней, один подсказать поймать, потому что он может быть третьим или четвертым, ну, третьим может быть камнем. Сперебирать это надо. Это подсказка, как финн собрать. Лол. Ага, так забыл, снова. Второй камень у меня был белый какой-то. Так. Третий, о, богач, камень. Богач. Богач можно проходить в коопе. Богач, есть Синерджи или Обсидиан Конфликт. Отвечаем, мы проходили. Force is pulling my gemstone toward the gold dish. Yes, this is the last gemstone. I finished the quest. Oh, what's that? A flute? Watch out, Malcolm. I'm coming to get you, and I've got a flute now. Ah, да, цветок я сорвал там. Синерджи, кстати, на стене. Не, а чё, кстати, пацаны, у кого Half-Life это с эпизодами есть? У меня. Это... Как его? Блин, ща. Извини. Мисак, по попе получишь. Пошли. По попе. Мама, покажите, пожалуйста, Илью. Не надо, а то она меня накажет. Пацаны, не надо. Как её её зовут? Её? Какие? Глинка. Слушайте, ребят. Смотрите, видите? Смотрите. What do you believe in all this? Змеиная пещера. Perhaps your mother should assist you. My mother is dead, sir. But yours what? Is. She has dressed. What? 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 What?
You miss the mark. I do not miss, except at will. Твоя мама, моя мать умерла. I must return your gift, kind sir. I leave you and guard your sorrow, but I may not be nice tomorrow. Now that's scary. Which Whoa. Circus is he from? Ну, мы играем, конечно, на флейте, вот, чтобы разрушить... Это очень очевидно, что он сыграет на флейте. Great! Очень that last очевидно. Note shattered the ice! I didn't think my playing was that bad. Ой, а сколько всего Керанди? Две части, да? Три. Три? Ты все три проходил? I wonder if Malcolm is... Блин, ну ё-моё, а где весь фотосет-то целиком? А чё, вторую, третью не прошёл? Fireberries. Неужели не интересно, чем там закончится все это дерьмо? А что ты думаешь, первая и вторая более-менее связаны? Третья часть за вот этого шута Малькома. И он там, ну, говорят, самая веселая часть. Короче, говоря, всех троллит. Ну, точнее, ты играешь за тролля. Ого, нагибаешь. Круто. Стримани! Ну, потом уже как-нибудь... Сейчас... Вадя вообще готов? Да, сейчас, да, сейчас, да, сейчас, ну, сейчас, я могу, да. Уровень очень длинный, там минут 30, пока его пройду. То есть там если надо шататься по пещерам, я не помню точно. А если открыть гайд, то я в нем запутаюсь, там очень... It seems like these caverns go on forever. Мисака. Чего? Я нашел. Держи хин. Нет, я нашел уже. На в странице в Фейсбуке. Какой-то просто там... там больше. Ну я нашел больше. Больше вообще косплея. Пацаны, короче... Ну я вижу, я как бы сейчас по странице смотрю, и там такой чаби косплей. Окей? Чаби. На час уйдет. Потому что я вообще не знаю. Спасибо. Ну, эти, такая вот маскирандия. Ну, клевая игра. Спасибо. Спасибо, Василий. Ну, за полчаса пол игры прошел. Это, по-моему, великолепно. Я сейчас пол игры прошел. Так я хочу. Дальше у нас идет, после этого идет уже дворец, а там уже схватка с лаз-боссом. Ну, игра короткая, чего вы хотели? Ну, в три части, как ладно, бы, поэтому. Как, если брать их как одну, то норм. Ладно, Владик, приступай. Сейчас. Крутой косплей, ёпта, аж в ту. Нормально так.